Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Юлия Исайкина, и вы на канале о вышивке. Сегодня, как обычно, уже по новой сложившейся традиции такой, я покажу вам продвижение за последнее время с момента прошлого видео, что я успела навышивать. У меня есть маленькая-маленькая небольшая покупочка. Я поделюсь с вами планами на будущее, ближайшее время по вышивке. Как вы видите перед собой, до сих пор я не закончила Унрикама, но сейчас вот, как только, наверное, я закончу снимать это видео, я возьму в руки именно эту работу, и она у меня будет закончена. Здесь осталось только заполнить вот это место и пришить бисер. В принципе, на вечер как раз к следующему видео вы уже увидите финиш, так как ниточки мне пришли, которых мне не хватало, по-моему, 2 или 3 цвета здесь. Именно вот, ну, еще здесь в крыле заполнить вот эти вот пробелы такие, такой вот темной ниточкой. И все, эта работа будет готова, и уже на следующий раз мы оставим разбор финиша. Следующая работа, которую я наконец-то взяла, и по которой было больше всего голосов зрителей в комментариях, это парфюмы от Chatelaine, и сейчас я вам покажу на фотографии, что у меня было, когда я ее взяла, и вот что у меня навышивалось. Вышилось достаточно много, я вышила полностью всю вот эту часть, здесь лилия висит, два нарцисса, очень классно, когда ты смотришь, заполняешь все это, такие два крестика закрепка, три крестика закрепка, а потом ты обводишь это бэкстичем, и вырисовывается прям цветочек, и очень даже красивенький. Ну, как-то вот отсюда потом я пошла спускаться вниз, соединять с тем, что у меня уже было. У меня в этом дизайне есть замены, и потом я, наверное, когда уже будет финиш, надеюсь, но загадывать не буду, что этот финиш уже будет в следующем месяце, я не хочу откладывать ее надолго, она достаточно быстро у меня продвинулась, и у меня появилось вдохновение, скажем так, ее вышивать. Коева очень долго не было. Последний раз я брала эту работу в августе прошлого года. И вышивала один день. Вышивала Джессики. Вот это столько я вышила за прошлый раз, в прошлом году, и бросила ее. А до этого она у меня была стартом. То есть в январе я ее повышивала 9 дней. Может, даже чуть меньше. И вот один день в августе. В этот же раз я ее вышивала, наверное, около 3 дней по саге. То есть я вышила все вот это вот, спустилась тут, пришел даже бисер, вышел этот цветок, сделала на нем черным по черному бэкстич, пришила бисер, заполнила вот это вот все джессиками. Это у меня заняло один день, только вот эти джессики с бисером внутри. Добекала вот этот цветок, пришила бисер здесь, пришила бисер здесь. Ну и получается, что мне захотелось уже продолжать, закончить вензеля с этой стороны, но работу надо было перетягивать. И хотелось добить эти джессики на этой стороне тоже, потому что, ну, уж очень они муторно вышиваются. По идее, они должны вышиваться металликом черным, но сделав первую, я выбесилась вся, и я сделала ход конем, небольшую рокировочку. Здесь вот родосские стежочки должны были вышиваться черным DMC, и так как вот серединки у этих цветочков, кое-какие крестики здесь на вензелях, это должно было вышиваться черной ниткой ирис перле, оно такое сатиновое, скользкое. Но так как я решила отказаться от этой нитки, я взяла просто нитки DMC в три сложения. То есть, как бы, видео скрывает этот рельеф, но вживую видно, что, например, даже в том же цветочке здесь ниточка вышита в DMC, а серединка, она более пухлая, более такая объемная. То есть, и тут то же самое. Этот вензель, он такой прям очень-очень объемный. И, ну, эти родосские стежочки бы потерялись. Поэтому я взяла, вышила родосские стежочки здесь черной ниткой металлизированной, а вместо этого вот эти джессики я вышила черной ниткой
Ну, они такие получились интересные, как косичка какая-то заплетенная, внутрь вставлена DMC, ой, бисер, делика. Здесь должны быть инициалы и год, их я вышивать не буду, не хочу, чтобы какая-то была привязка, просто надпись «Les Parfums, Les Fleurs». И да, останется мне вышить только вот эту часть. И эти вензеля, они достаточно быстро продвигаются, ну, кроме джессик. Еще будут здесь сверху кое-какие, но здесь уже не в таком объеме, их совсем чуть-чуть будет. Вот, и тогда уже в конце я пришью кристаллы, потому что здесь должны быть кристаллы, но мне переворачивать, перематывать будет неудобно. Поэтому кристаллы я, наверное, уже потом. В принципе, мне работа нравится. Очень даже. Хотелось бы побольше блеска в ней, но она такая достаточно классическая, в принципе, и задумана. Так. Поэтому такие вот у меня, ну, хорошо продвинулась. Я думаю, что к следующему разу мы уже увидим финиш, потому что я нацелена на уменьшение моих начатых работ. То есть вот Унрикама я закончу, эту я закончу, а потом у меня практически вышита Виктория от Немю, надо ее тоже закончить. Что-то такое вот позаканчивать, что у меня ближе всего к завершению. Ну и чтобы они уже были все в готовом виде. Куколок надо оформить, то есть такое вот, мастер-класс купить на шкатулку от Chatelaine, закончить бабочки от Chatelaine, как-то надо тоже взяться, вот как и с этим вот, да. Я помнила, что я застряла на этих джессиках, и мне не хотелось его брать, но так как я его взяла и начала с другого места, у меня пошло, я увидела большой прогресс, результат, и все, и да. Вышила я эти джессики и решила просто под видео, знаете, в расслабленном, таком спокойном, не торопиться вышить больше, ну, там, или закончить их быстрее, а именно вот, ну, сколько займет, столько займет. В итоге они у меня заняли день, потому что они такие мелкие, достаточно мелкие. Попробую показать поближе. Видите? Достаточно мелкие. И внутри еще бисерок. Ну, на следующий раз уже начну я с самого сложного, и потом будет легче, легче и легче. Чтобы вам показать, я сняла боковые планки. Сейчас я ее вот так вот закручу, чтобы у нас ничего с ней не случилось. И мы это оставим. Ну и что? У меня остается такое огромное продвижение на моей царице морской. Я обалдею, не могу. Не могу от нее оторваться. Во-первых, мне очень нравится ткань. Это casual, но он покрашенный Barbara Creations. На Etsy я ее покупала. И она очень... Все-таки очень много что зависит от краски или техники, которые... Ну, которая используется, потому что, например, ткани от Picture Displace, я их тоже люблю, но они какие-то такие, как будто хочется ополоснуть их в кондиционере для белья. А эта, она прям, я не знаю, ты вставляешь иголку и входишь в эту ткань, как в пух. Не знаю, какой еще такой аналог привести. Ну, в общем, вышла новая уже часть, но она здесь будет внизу, как я и предполагала. До нее я не доберусь, пока не вышью все наверху. То есть последний раз вы видели, наверное, вы даже трезубца не видели. Последний раз вы видели, были вышиты вот здесь кораллы, и какой-то листик был начат. Вот это вот, по-моему, часть здесь и здесь была вышита. Я закончила все вот эти вот, эту ветку водорослей. Добавила здесь два цветочка, увидела на Фейсбуке одна девушка вышивает, она сама придумала, и она поделилась, так скажем так, отрывком этой схемки.
Мне очень понравилось, потому что просто тупо зеленая водоросль, она как-то так, ну, смотрелась, ну, зеленая и зеленая, да, на зеленом фоне зеленая водоросль, а с этими цветочками она как-то поинтереснее смотрится. Потом вышла я здесь, кораллы. Переход мне очень нравится, очень он интересный, здесь много цветов, и он очень такой плавный. Вышла я вот этот вот трезубец ее. Здесь, видимо, оставлено для бисера место. Начала вышивать вот черные такие, как это назвать? Это будут какие-то брызги, я не знаю, что она там за Magic Ball пытается кинуть, и от него какие-то такие разводы непонятные. Ну и пришла мне ниточка, я закончила ее корсет и начала вышивать ее тело. В теле, что самое интересное, такие цвета, но вот оно так не смотрится, конечно, очень такая рука массивная, у нее такая позиция руки, как будто она я не знаю, качается, соточку берет за раз. Так, нитки, которые у нас используются в коже, и синие, и голубые, и зеленые, вот такие, вот такие. Палитра такая для кожи. Это вот нитки, что используются для ее кожи. Вообще, вроде как посмотришь на них в мотках и думаешь, о господи, кто это придумал. Но вышиваешь, и в принципе, да, она такая, ну, попахивает мертвечинкой, конечно. Очень я торопилась, хотела вышить ее лицо. В итоге я так довольна ее лицом. Мои слова, да богу, в уши, чтобы все так разрабатывали лица, как разработано лицо на этой красавице. Но она очень красивая. Здесь вот у нее уже локоны, здесь будет рука наверх, вот этот шар она здесь держит, да, запускает его. Здесь так интересно у нее позиция, она как будто бы так, хоп, держится за рыбку. Ну, чтобы не упасть, соблюсти равновесие. Ну и тут у нее уже пошла копна волос такая, сверху будет корона, вот этот шар, это в принципе все, что мне осталось вышить. Сверху углы я пока вышивать не буду, подожду до конца, посмотрю потом, как это будет все без них смотреться. Если же нужны будут какие-то углы, ну так, логически рассуждая, потому что здесь, видите, идет прямая линия такая, то есть у нее этот трезубец и водоросли, они выходят как бы за границу картины. Здесь бы такой резной паспорту, было бы прикольно. Но посмотрим, как оно все будет. Если совсем эти углы мне не понравятся, то я, возможно, возьму и дошью эти кораллы. Доведу их до логического какого-то завершения. А может быть, и действительно, она будет в какое-то резное паспорту оформлена. Ну и без этих углов. То есть там уже рассчитать уже можно будет и без углов. Потому что они такие какие-то... Не очень филигранные, тяжелые эти углы какие-то, особенно сверху. Ну, посмотрим, посмотрим. Будем ждать завершения уже самой последней части. Но, в принципе, она такая большая. Мне очень нравится эта основа на ней. Она была рисковая, но, знаете, для такой серьезной дамы, серьезная такая мрачная основа, достаточно мрачная. Потому что, ну, для Мирабили она была бы слишком тяжелая. Вот для нее она как раз... Самое то. И, к слову, об основах. Мне пришла основа с шелковой нити. Фирмин Лайлак 28-го каунта. На мою Марию Антуанетту мандалу. То есть это вот такой интенсивный сиреневый цвет. И очень будет круто эта мандала на ней смотреться. Немного золота. Достала здесь посмотреть, как вот эти цвета все будут выглядеть на этом. Очень контрастно. Единственный цвет, с которым могут быть проблемы, но я еще не смотрела, где он будет, это вот этот. Хотя тоже видно. У меня здесь не хватает одной ниточки от Silk & Core. Эта ниточка называется Bugsby Ball. Ей вышивается немного, но я ее нигде не могу найти вообще.
ну, чтобы она в наличии была. Короче, все нитки достаточно такие яркие. Ну, черный тут какой-то Анкор Марлит есть. ENPI. Ну, это так. Большинство ниток очень ярко смотрятся, очень классно. Мне нравится в СП по мандалам вышивает одна девочка ее на Ривьере Акве от Пермино. Боже, как мне нравится этот результат. Если бы мне в интерьер вот такой цвет бирюзовый подходил бы, я бы взяла эту Ривьеру Акву. Но так как мне нужен сиреневый такой, значит, она будет... Потому что на светлом я ее вообще не вижу. Не знаю, как-то она мне не ложится. Хотя достаточно она бы смотрелась нежной филигранно на светлом цвете. Но вот я ее хотела на темном. И отрез у меня здесь 80 на 80. Не обработанный пока. Но я его обязательно обработаю, так это пермин, и он сыпется нещадно. Ну и когда-нибудь я приступлю. Еще мне тем же этапом пришла одна ткань. Это уже шелковая нить, окрашивают сами, как я понимаю, это casual 28 каунта. И называется цвет Royal Blue. Он у меня тоже был задуман под Shotline. И я думаю, что он отлично подойдет под Octopus Treasure Cave. Очень классный. Действительно, Royal Blue. Мне понравилась эта основа. Я думала, что если она будет, ну, как светлее того, что я предполагала, то, ну, куда-нибудь ее, господи, уже можно будет пристроить. И размера мне хватает 50 на 70. И... цвет мне подходит, так что я очень даже довольна осталась. И что касается планов, я так думала и думала, что мне достаточно понравилась сейчас моя такая ротация. Ротация по желанию, по вдохновению. То есть три проекта мне хватает. И я сделаю так, что вот у меня выйдет, выше это будет одна Мирабиля, потому что по Мирабилям я соскучилась очень. И у меня глаза разбегаются, что начать, но я, когда вытаскивала эти ткани, наткнулась на давнюю-давнюю покупку, такую тоже с Etsy, от Barbara Creations, такая вот, она, конечно, не такая интенсивная, видите, как эта, но тоже такой у нее цвет, называется лавандовый букет. И у меня была мысль вышить Леди Мирабилию именно вот на таком цвете, на вот этом вот сиреневом. Но у меня не было уже отреза такого. Этот я купила чисто, от него отрезать ничего не буду. Он на мандалу. Думала, ну, когда-нибудь потом будет возможность, куплю вышью. Но так как я увидела эту ткань, на ней она тоже будет очень шикарно смотреться. Намного лучше, чем на ткани в оригинале. И да, я думаю, что после Унрикама я возьму за нее. Она небольшая, она вышится очень быстро. Ее уже давно пора вышить. Сколько, наверное, уже 2-3 года прошло с момента, как она вышла. Она была на юбилей Мирабильный выпущена. И я думаю, что да. Закончу парфюмы. Не знаю, вот тогда либо плеточку начну, либо все-таки я заставлю себя взять бабочки большие и уже их добить. Потому что, ну... тогда мне останется в начатых одна ирландская мандала, но это масштабная работа. У меня пока нету поперечных палок моих от рамы Quantum, на которой она была натянута. Ну, я надеюсь, что скоро они у меня будут вернуться ко мне. И тогда, да, тогда я буду ирландскую вышивать. Короче, у меня будет всегда что-то от Шотлайн, что-то от Мирабили и что-то по вдохновению. То есть я закончу... ну, догоню вот эту вот русалку свою, так как она выходит раз в месяц. У меня будет время какое-то, когда у меня будут все части вышиты, я буду ждать следующий выход, а следующий, значит, у меня будет какое-то время на еще какой-нибудь проект. Например, на гранатики от Mill Hill, или Викторию закончить от Немю, или взять, закончить, повышивать
Glendon Place, Autumn All Around тоже в начатых. Ну, что-нибудь. Короче, начатых процессов у меня много. Что-нибудь надо закончить. Flowers and Lace от Dimensions, например. У меня этот набор еще оригинальный, почти вышит. Не знаю, там одна четверть, наверное, осталась. Такое в голову ничего не приходит, чтобы мне сейчас прям захотелось вышивать. Ну, в принципе. Судя по парфюмам, я посмотрела, что аппетит приходит во время еды. Даже насколько мне не хотелось их брать, чисто из-за этих стежочков, и насколько я получила удовольствие, в принципе, то я думаю, что потихонечку-потихонечку все остальные вышивки будут продвигаться. Так что вот, на этом у меня пока все. Я отчиталась, все показала, все вроде как рассказала. Планирую выйти в прямой эфир, просто поболтать. Может быть, на этой неделе посмотрим. И да, на этом с вами попрощаюсь. Всех вас люблю, целую. Всем пока-пока.